فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Я снова приветствую вас, наши телезрители, на телеканале Хади ТВ 3. Мы продолжаем с нашим ученым нашу передачу относительно Фатимы Захры, саламу алейха. Хотел бы в первую очередь, естественно, его поприветствовать. Салам алейкум, шейх Курбан. Валейкум ассалам, рахматуллахи ва баракату. Шейх Курбан, я опять же благодарю вас за то, что вы уделяете ваше время и приходите для разъяснения данной темы. Мы на протяжении нескольких передач говорили с вами о роли Фатимы Захры, саламу алейха. Тем самым ссылались на аяты Корана и на хадисы, в котором недвусмысленно говорилось об этом. И мы с вами сказали, что на самом деле Фатима Захра, саламу алейха, она является хранилищем света Аллаха. Мы приводили относительно этого аят Корана и также толкование посредством хадисов от имама, и можно сказать от имамов, потому что мы говорили с вами о нескольких коранических аятах, которые относились к Фатиме Захре, саламу алейха. И мы с вами сказали, что она является на самом деле хранилищем света Аллаха. И если бы не Фатима Захра, саламуллаху алейха, то не было бы ни посланника, ни имама Али, ни наших имамов. В том смысле, что не было бы, скажем так, их миссия бы, скажем так, не завершилась. В том плане, что мы знаем, что Фатима Захра, саламуллаху алейха, является матерью 11 наших имамов. И это те самые имамы, которые являются, можно сказать, основой, скажем так, мироздания, я бы сказал, таким образом выразился бы. Вот. И хотелось бы спросить, есть ли еще какие-либо, скажем так, предания или же аяты Корана, которые также указывают на эту истину или на другую роль Фатимы Захры, или роль Фатимы Захры заключалась только в этом? Прошу вас. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей Ади ТВ 3. Мы говорили о духовной роли ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха, на которую, как вы совершенно точно напомнили, указывается в священных аятах и в сунне, священной сунне от непорочных. Это роль ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха, это роль духовная. Она или вовсе не осязаемая, или мало осязаемая. И то есть обычными инструментами, обычными средствами эту роль и эту значимость и эту миссию ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха, в человеческой истории осознать и понять и распознать довольно-таки сложно. И поэтому здесь особая роль в понимании роли ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха, особая роль отводится именно священному тексту, то есть через изучение истории, через изучение тех или иных событий в прошлом из жизни ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха, мы не можем понять всю обширность, всю глубину и всю глобальность и всю значимость роли, миссии ее светлости Фатимы Захры, саламу алейха. Это духовная роль, и это духовная значимость, и она
Ее невозможно обычными словами описать, ее невозможно объять знанием, всю ту роль, всю ту значимость, которую себя представляет ее светлость Фатима Захра, саламу Аллаху алейха. Но подытоживая все, что мы говорили ранее, мы можем сказать, что ее светлость Фатима Захра, саламу Аллаху алейха, играет одну из решающих ролей и одну из решающих смыслов в истории всего человечества. И в исходе человеческой истории ее светлость Фатима Захра, саламу Аллаху алейха, играет одну из важнейших ролей. Я, возможно, то, что я говорю, как бы мы здесь ссылались и разъясняли на основании аятов Священного Корана, на основании хадисов, разъясняли этот момент. Но, возможно, нам для наших телезрителей будет лучше, если мы попытаемся немножко нечто осязаемое и привычное для нас. Не то чтобы это было лучше, потому что аяты Священного Корана и хадисы, то, что они объясняют, это намного убедительнее, намного крепче, чем то, что мы сами можем осознать, но так или иначе мы более привыкли к таким инструментам. В любом случае, Шейх Курбан, мы лучшее с вами разобрали, то есть основное мы с вами разобрали. Хотелось бы как раз услышать именно и об этом. Да, с позволения Бога мы коснемся этих вопросов, но вот на что я хотел бы обратить внимание. Всевышний в Священном Коране, мы говорили о величии Духа, верно? Мы говорили о возвышенности, невероятной возвышенности Духа, которая не всегда сопровождается какими-либо физическими действиями, какими-либо перемещениями в пространстве, какими-либо манипуляциями в материальном мире. Возвышенность Духа. Смотрите на ее светлость Фатима Захры, саламу Аллаху алейха. Практически в истории не осталось каких-либо активных действий. Конечно, есть, опять-таки, в том же самом Священном Коране говорится о самопожертвенности ее светлости Фатима Захры, саламу Аллаху алейха, в аятах Священного Корана, как она, несмотря на нужду в еде, она в месяц Рамадан делилась своим ифтаром, своей едой, которой она должна была разговляться. Но так или иначе, каких-то глобальных, каких-то таких действий, которые можно было бы расценивать как решающие действия в истории человечества, мы не обнаруживаем, верно? Чего-то такого глобального не обнаруживаем. И здесь роль ее светлости, Фатима Захры, саламу Аллаху алейха, это ее величие, величие духа, ее возвышенность, ее чистота, тахур. Поэтому ее называют тах-э-сиддика, тахир, ее правдивость. Те духовные качества, которыми она обладала и которые описаны в священных текстах, в преданиях, все это описано, и в том числе и в аятах Священного Корана. В одном из аятов Священного Корана Всевышний говорит: «Инна ладейна аману ва амилу салихат». Воистину, те, которые уверовали и совершают благие поступки, совершают благодеяния, «Саяджалу лахуму рахману вудда». Вскоре Всевышний установит, вскоре, в ближайшее время, Всевышний установит, ар-рахман, милосердный, установит для них вудда, любовь. Установит для них любовь. И в толковании этого аята, что мы можем обнаружить? В одном из толкований данного аята говорится, что этот аят был ниспослан о его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Что это касается его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. В чем смысл этого аята относительно его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам? Вне всякого сомнения, и в преданиях об этом сказано, его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, является одним из примеров «Инна ладина аману ва амилу салихат». Те, которые уверовали, совершали благие поступки, его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, не просто является одним из примеров этих людей. Ярчайших примеров. Он является предводителем этих людей, как сказано в одном из преданий. В одном из преданий говорится, что он предводитель этих людей. Не просто один из этих людей, а он глава и предводитель этих людей. То есть он тот человек, за которыми следуют те, которые «Алладина аману ва амилу салихат». Те, которые уверовали, совершали благие поступки, это те люди, которые последуют за Али ибн Аби Талибом, алейхиссалату вассалам. Поэтому и в первую очередь этот аят, конечно же, касается его светлости Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалам. Но о чем говорится в этом аяте? «Саяджалу лахуму ар-рахману вудда».
Всевышний обещает вскоре установить для них любовь. Что значит любовь? В каком смысле здесь используется? О какой любви здесь говорится? Угу. Говорится о том, что в сердцах людей постепенно будет взращиваться любовь к этому человеку. Посмотрите на времена, просто исторически даже это подтверждается, на времена его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, повсеместная ненависть к Али ибн Аби Талибу, алейхиссалату вассалям. Это ненависть. То есть все, кто окружает его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, за редким исключением, это те люди, которые испытывают или ненависть откровенную, как в случае с Аишей, допустим, она откровенно испытывала ненависть к его светлости Али ибн Аби Талибу, алейхиссалату вассалям, и даже благодарила Богу, когда его светлость пал мучеником. И так далее, там можно перечислять, приводить примеры. Это ненависть. Но есть и некая неприязнь, некое отторжение, некое раздражение в отношении его светлости Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалям. То есть, но так или иначе, мы видим, что подавляющее большинство сподвижников, очень многие, испытывают к нему неприязнь. Да. Хотя, конечно, есть те, которые испытывали к нему любовь, но их количество, они в меньшинстве. Но что происходит со временем? Чем дальше уходит история, все совершенно меняется. И со временем люди начинают осознавать и понимать его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, порой даже сами не понимая, каким образом. Порой сами не понимая, каким образом в их сердца вселяется и внедряется эта любовь к его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам. Здесь сегодня, смотрите, даже христиане, христианские исследователи истории пишут про него. То есть очень много, не только это касается мусульманского мира, но и вне мусульманского мира. Мы можем наблюдать группы людей, тех или иных личностей, которые испытывают к нему невероятное уважение, невероятную любовь. И эта любовь не связана как таковое с их общими идеологическими принципами и общей идеологией, общей религией. Как, например, в случае с нами, мы с ними имеем общую религию, и эта религия в какой-то мере служит этой причиной, этой симпатии к его светлости Али ибн Аби Талибу, алейхиссалату вассалям. Но в случае с христианами мы этого не обнаруживаем. Нет у них общей религии как таковой. Они христиане, его светлость Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, исповедовал другую религию, религию, которую принес его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но все равно мы обнаруживаем любовь и симпатию. И это обещание, обещание Всевышнего о его светлости Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалям, в священном Коране. Несмотря на это толкование этого аята, конечно же, это толкование, он говорит всего лишь об одном примере, ярчайшем примере этого аята. Но он не может быть ограничен исключительно этим примером, потому что Всевышний говорит общими словами в священном Коране. «Инна ладзина аману ва амилу салихати саяджаль лахуму ар-рахману вудда». То есть те, которые уверовали и совершали благие поступки. И, конечно же, этот аят имеет отношение и к ее светлости Фатиме Захаре, саламу алейха. Каким образом? Каким образом имеет к ней отношение? Да, потому конечно. Что она является примером «Инна ладзина аману ва амилу салихат». Вне всякого сомнения является одним из примеров из тех людей и одним из ярчайших примеров тех людей, о которых говорит в этом аят Всевышний. «Ладзина аману ва амилу салихат», которые уверовали и совершили благие поступки. Вне всякого сомнения. С учетом всего того, что мы говорили ранее, ее величия, ее духа, ее возвышенности, ее приближенности ко Всевышнему. По этому поводу очень многое можно сказать. То есть невероятнейшие предания. Например, Хаким Нишабури в Аль-Мустадраке. Мустадрак, который является, по его мнению, это суннитский ученый Хаким Нишабури, по его мнению, все хадисы там достоверны. И он после этого хадиса говорит, что это предание имеет достоверный иснад, имеет достоверную цепочку передатчиков. Про какое именно предание прошу? В предании говорится, что его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, обращаясь к ее светлости Фатиме, саламу алейха, говорит «Инна Аллаха ягдабу биридаки».
يغضب بغضبك ويرضى برضاك. إن الله يغضب بغضبك ويرضى برضاك. Его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, изволил сказать: Всевышний гневается твоим гневом и доволен твоим довольством. Предание могло бы звучать иначе. То есть его святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, мог бы сказать чуть иначе. Мог бы сказать, например, что ты гневаешься, о Фатима, когда гневается Аллах. И ты довольна, когда доволен Аллах. То есть ты гневаешься гневом Аллаха и довольна довольством Аллаха. И эти слова говорят о возвышенности человека. Этот хадис, если бы так звучал, он говорил бы о невероятной возвышенности человека. Даже более того, о непорочности человека. Конечно. Если вы говорите... Когда гнев Аллаха становится твоим гневом, или твой гнев является гневом Аллаха, твое удовольствие, это обозначает, что человек должен в любом случае быть непорочным, чтобы его гнев считался гневом Аллаха или его удовольствием. Да, совершенно верно. То есть, если человек гневается исключительно там, где гневается Всевышний, и доволен исключительно тем, чем доволен Всевышний, это человек непорочный. Но ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, обращаясь к ее святости Фатиме Захре, саламуллаху алейхи, говорит иначе. Не говорит таким образом, говорит наоборот, чуть иначе. Как говорит ее святость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Аллаха ягдабу бигадабики, ва ярда биридаки». Всевышний гневается твоим гневом. Не ты гневаешься гневом Аллаха, а Аллах. Это не в шиитских книгах это предание. И не шиитские ученые называют этот хадис достоверным. Это Хаким Нишабури Мустадраке приводит. И говорит, что иснад у этого предания достоверный. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: Всевышний гневается, когда гневаешься ты, и доволен, когда довольна ты. Это нечто более высшее, чем непорочность. Это нечто большее, чем непорочность. Если было бы наоборот, это мы сказали бы, это непорочность. Непорочность, которая является невероятной возвышенностью, невероятной степенью духовной. Но здесь это даже не является чем-то, что можно было бы растолковать просто непорочность. Это нечто намного большее, когда не просто человек гневается гневом Аллаха и доволен гневом, доволен довольством Аллаха, а Аллах гневается гневом человека и доволен довольством этого человека. Это невероятнейшая степень. И поэтому, конечно же, вне всякого сомнения, ее святость Фатима Захра, саламуллаху алейха, является... «Инна ладина аману ва амилю салихат» является из тех людей, которые уверовали и совершали благие поступки, и о которых Всевышний дает обещание. Эти слова Всевышнего – это не пустые обещания. Всевышний исполняет свои обещания. «Саядж алю лахуму рахману вудда» Всевышний обещает любовь к этим людям. И эта любовь к ее святости Фатиме Захре, саламуллаху алейха, которая проникает в человеческий мир и в человеческие сердца, и с каждым годом будет усиливаться, с каждым веком, с каждым десятилетием будет все больше и больше в человеческом мире усиливаться, эта любовь станет, в свою очередь, и является на данный момент двигателем человеческой истории. Любовь к ее святости Фатиме Захре, саламуллаху алейха, это двигатель человеческой истории, то есть достигнув этого высочайшего положения, ее святость Фатима Захра, саламуллаху алейха, стала двигателем человеческой истории. Я приведу пример. Да, хотелось бы услышать пример. Очень многие те люди, с которыми в том числе я сталкивался и знаком, вы знаете, что была война между Ираком и Ираном, восьмилетняя война, 8 лет войны между Ираком и Ираном, где агрессором был Ирак, Саддам. Саддам. И при этом Саддам Хусейн, то есть
его военная кампания, она поддерживалась практически всем миром. И Америка, и Франция, и европейские страны, Германия в том числе. Угу. Практически все западные страны, все европейские страны, которые обладают теми или иными возможностями, средствами, Америка поддерживали Саддама в его войне всесторонне. Это то есть поставка оружия, в том числе химического оружия. И это не мои слова. То есть есть книги, написанные американскими журналистами, журналистами New York Times, Le Figaro, французскими журналистами. То есть это можно, с этим можно при желании ознакомиться. Где указывается на эту историю? Где рассказывается об этом. Угу. Какое оружие, в каком количестве, какое химическое оружие. Хотя они, конечно же, Саддаму не продавали формально химическое оружие. Они продавали материалы для химического оружия, угу. А тот, в свою очередь, уже готовил из этого химическое оружие. И обратите внимание, за 8 лет войны, со стороны Ирана погибло более 300 тысяч солдат. Угу. В то время как со стороны Ирака погибло менее 200 тысяч солдат. То есть потери иранской стороны в разы больше. Причем со всех точек зрения. 500, только полмиллиона раненых со стороны Ирана. И причем эти полмиллионов, они... Очень многое, значительная часть этих полмиллионов, это пострадавшие от химического оружия. Угу. То есть Иран столкнулся с большой угрозой. И также необходимо заметить и обратить внимание, что война началась практически сразу после исламской революции. Что из себя представляет исламская революция? Угу. Это свержение предыдущего режима и, как следствие, деформация его структуры. В том числе и армии, деформация армии. Угу. То есть на тот момент, на начало войны, у Ирана не было ни армии, не было ни командования, не было опытных генералов, не было опытных полководцев. Как говорится, все только начиналось. Ничего не было, совершенно верно. И в этот момент, и Саддам не просто так выбрал этот момент для нападения, потому что он почувствовал, что этот момент, это тот момент, когда можно легко захватить страну. И на самом деле ему все легко удавалось в первое время. То есть он легко завоевывал и захватывал иранские города. Но что произошло? Мы сталкиваемся, обратите внимание, Иран в этой войне вышел победителем. Смог отстоять свою страну, смог отстоять свои земли и даже более того пошел в наступление в Ирак. Но мировое сообщество, давление вынудило Иран заключить с Саддамом мирный договор, угу. Мирное соглашение. Но на тот момент, на момент мирного соглашения, Иран шел в наступление на Ирак. Угу. То есть это сложнейшая война, которая очень дорого обошлась Ирану, она была выиграна Ираном. Угу. То есть в военном смысле, если в политическом смысле, в конце концов, они проиграли, заключив это мирное соглашение, но в военном плане они выигрывали. И вот вопрос... В чем заключается? За счет чего? Что двигало иранцами? Почему они, несмотря на полмиллиона, то есть если посмотреть на раненых со стороны иракцев, цифра значительно меньше. Погибших значительно меньше. Несмотря на колоссальные потери, иранцы не отступали, не убегали. Они не шли в отступление. Они шли в наступление, несмотря на колоссальные потери. Что их мотивировало? И знакомясь с этими людьми, которые участвовали в этих сражениях, очень важно. И разговаривая с ними, их вдохновляла ее светлость Фатима Захра саламу алейха. Их вдохновляла любовь к ее светлости Фатиме Захра саламу алейха. И обратите внимание, даже не к имаму Хусейну, алейхиссалату вассалам. Имам Хусейн, который события Кербилы и ярчайшее событие в истории человечества, события Кербилы и угнетенность его святости имама Хусейна, алейхиссалату вассалам. Но участники этих боевых действий, они говорили, что именно решающую роль во вдохновлении и воздействии на них сыграла именно ее светлость Фатима Захра саламу алейха. Угу. Только с ее именем, с ее памятью и с любовью к ней люди были исключительно готовы на подобные жертвы, на то, чтобы идти и сражаться на это.
Это вот пример, один из примеров человеческой истории, где любовь к ее светлости Фатиме Захре, саламуллаху алейха, сыграла колоссальную роль в истории человечества, потому что эта ирано-иракская война, она, если бы все повернулось бы иначе, и Иран отступил бы, и Ирак победил бы, конечно, человеческая история повернулась в совершенно другом направлении. Но это опять-таки, это в каком направлении, что произошло бы, чего бы не было бы, то это уже отдельное исследование, но так или иначе в качестве примера. Желающие могут самостоятельно исследовать этот вопрос, изучить этот вопрос, углубиться в этот вопрос. Я думаю, что очень много интересного они для себя откроют, но в качестве примера, я думаю, это очень наглядно. И, к сожалению, я не могу весь этот опыт, опыт того, как эти люди реагировали, люди, которые принимали участие, ветераны этой войны, как они реагируют и как они относятся к имени и памяти ее светлости Фатиме Захре, саламуллаху алейха, я, к сожалению, передать не могу нашим телезрителям, но я говорю, что именно ее память, именно ее имя было двигателем. И это один из примеров, примеров аята священного Корана «Инна ладзина аману ва амилу салихат саяджалю лахуму рахману вудда». Те, которые веровали и совершали благие поступки, Всевышний дарует им любовь. И это любовь к ее светлости Фатиме Захре, саламуллаху алейха, которую она заслужила своей верой, возвышенностью своего духа, своей приближенностью ко Всевышнему, своими благими деяниями и поступками, благими помыслами заслужила эту любовь, эта любовь станет двигателем человеческой истории и человеческого общества. И тот результат, который будет достигнут, к которому придет человечество, это восстание имама Махди и строительство мирового государства имама Махди, аджаллаху фараджаху шариф, все это будет достигнуто в том числе, в значительной степени, благодаря любви к ее светлости Фатиме Захре, саламуллаху алейха. Шейх Курбан, благодарю вас, конечно, за эту речь, которую вы произнесли. И тем самым мы понимаем, какую важную роль оказала Фатима Захра, саламуллаху алейха, в человеческой истории. Спасибо вам большое. Мы с вами продолжим на следующей передаче. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. На следующих передачах мы с вами более тщательно разберем эту тему. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату.